Chevrolet Lachetti ВАЗ 14 модели и Лада Приора сегодня днем не доехали вовремя до места назначения. По предварительной версии, причина в том, что белая Chevrolet выехала на встречку. Там и столкнулась с 14-й. У обеих машин повреждена передняя часть. Однако в момент аварии под удар попала и Лада Приора. Там повреждения куда меньше. На место выехали сотрудники ГИБДД. Им и предстоит выяснять точную причину ДТП. Инспекторы предупреждают, дорога не место для необдуманных маневров.